Всем привет, меня зовут Даша, и вы на моем канале. Завтра вербное воскресенье, а сегодня вечер перед вербным, ну, вечерняя служба. Я собираюсь, хочу одеть юбку, но вы посмотрите. И как мне теперь юбку забрать, сэр, а? Ты оккупировал мою юбку? Ах ты ж. Ой, маркиз, маркиз. Мася. Вот такой вот кот. Мы уже вышли из дома, идем на службу. Всех поздравляю с наступающим праздником. Один. У меня вот такой вот букетик вербочки. Вот, с такой ленточкой красивой. Ну, на бантик. Вот такой вот букетик. Ура! Ну, как это? Настроение хорошее. Все хорошо. Пахнет вербой. Все нормально. Скоро Пасха, скоро доживем до Пасхи. Надеюсь, все будет хорошо. Потому что. Ну что, служба закончилась, идем уже с вербами. Вот. Завтра будет утреннее. Пойдем с утра на нее и этот. Боже мой. У нас снег на улице. А ночью был дождь, и у нас очень мокро. А, я не здесь перейду. Я здесь не перейду, я здесь перейду. Иду сейчас в магазин. Это то классное ощущение, когда ты стоишь, батюшка такой освещается там, баня священная сияет, такой начинает брызгать тебя. И ты такой, вау, это мощно. Это классно, это круто, это офигенно, это... В общем, служба закончилась, и мы уже просто идем домой. Ну, сначала, точнее, в магазин, а потом уже домой. Потому что без магазина мы домой точно. Нет, но мы дойдем, конечно, там кое-что надо. И... Вот. И... мы, знаете, такое классное ощущение, когда батюшка побрызгал. То есть... Ты дожил уже до вербного, значит, доживем и до Пасхи, значит, даст Бог, если все будет хорошо, все переживем, все, что будет, все, что это самое, все будет хорошо, поэтому
Вот. И вот эту «Страстную неделю», мне кажется, очень стоит посмотреть, такие вдохновляющие фильмы, типа таких, как типа таких фильмов, как которые вообще нужно посмотреть на «Страстную», да. Один из фильмов, который я все-таки рекомендую посмотреть, это «Страсти Христовы», очень ценный фильм. А еще «Невероятное приключение Серафимы». Это девочка, которая, не смотря ни на что, ей орали: «Бога нет, сними крест» и все такое. А она все равно шла, она все равно не останавливалась, и ей все равно было... Она все равно не бросала веру, не бросала Бога, то, за что она взялась, она не бросала. И желаю всем тоже, как и она, не бросать ни веру, ни Бога, ни это самое. Вот так прошел сегодня мой день, и на этом я буду с вами прощаться. Всем пока, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, и главное, жмите на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Пока-пока!